разногласий, давайте так вежливо скажем, между Россией и Западом, которая есть, она оставляет очень мало лага возможностей в политическом смысле для Армении. Дело в том, что вообще вот знаменитый армянский комплементаризм, он ведь был основан на том, что у России и Запада есть какой-то модус взаимоотношений, в рамках этого модуса есть окно возможностей какое-то. Иногда уже, иногда шире, иногда приходится делать что-то, что не очень хочется. Но, в общем, жить между этими двумя модусами, не делая выбора, да, выбор Армении – это не делать выбора. Так было почти все годы независимости.